Вы только посмотрите, вчера УГХ красила бордюры, а сегодня они же прошли щетками и замели их всех песком. Это как называется? Им, по всей видимости, работы не хватает. Вопрос в том, будут ли они еще раз их красить. Их уже, в принципе, не видно. Ай да молодцы. Так, здесь вообще нет, здесь они в землю ушли, но об этом вчера уже было написано. Люди в комментариях пишут, что пыль постоянно из-за того, что пыль на дороге, из-за того, что нет газонов, нет зелени. Так откуда зелени взяться, если они все спилили на Комсомольской улице? Здесь вообще все спилено. Какие тут могут быть газоны? Они же их опять щетками и заметут под землю. Это что? Это называется нам скучно, давай работу еще дадим себе. Это конец, ребята.